Эдуард Успенский? Если б был бы я девчонкой. Если б был бы я девчонкой, я бы время не терял. Я б на улице не прыгал, я б рубашки постирал. Я бы вымыл в кухне пол, я бы в комнате подмел, перемыл бы чашки, ложки, сам начистил бы картошки, все свои игрушки сам я б расставил по местам. Если б был бы я девчонкой, я б куда умнее был, я б тогда не только руки, я б и шею тоже мыл. Не играл бы я в футбол, в магазины бы пошел, я бы вычистил дорожку, пыль бы вытер на окошке, я бы встал бы на заре и не дрался во дворе. Отчего ж я не девчонка? Я бы маме так помог. Мама сразу бы сказала: молодчина ты, сынок.